Третий год в Москве проводятся Дни Дальнего Востока. Это проект федерального значения. В каком формате Магаданская область в этом году принимает свое участие в мероприятии? Мы принимаем участие в составе Дальневосточного федерального округа. Я думаю, это уже становится хорошей традицией. Проект действительно федерального значения, потому что Дальний Восток – неотъемлемая, может быть, и лучшая часть Российской Федерации. Во всяком случае, это перспектива 21 века для нашей страны. Уделяется Дальнему Востоку серьезное внимание президентом России, правительством Российской Федерации. Поэтому популяризация, если хотите, Дальнего Востока, романтики Дальнего Востока здесь, в столице нашей Родины, принципиально важна. Дни Дальнего Востока – это мероприятие, которое проводится разово, раз в год. Как вы считаете, что необходимо сделать, чтобы работа по привлечению, повышению популярности Дальнего Востока проводилась постоянно, я бы сказала, круглогодично? Ну, это работа не только в виде ярмарок. Я думаю, что очень серьезное мероприятие – это Дальневосточный экономический форум, который посещает беспрецедентно большое количество лидеров государств Тихоокеанского региона. И внимание к Дальнему Востоку приковано у всего мира. Решаются очень серьезные вопросы, зачастую мирового значения. Очень серьезное мероприятие, оно знаковое, и о Дальнем Востоке говорят все и везде. Но и в течение всего года, в общем-то, ну, благодаря информации сегодня и освещению событий на территории Дальнего Востока и Магаданской области, в частности, происходит информация о нашей жизни, о наших планах и о наших устремлениях, чаяниях, если хотите, в том числе и о наших проблемах. Вот до последнего времени в Магаданской области приковано, значит, очень серьезное внимание как руководство страны, так и простых граждан, может быть, и непростых граждан в том числе. И я вот сталкивался буквально на этой неделе, в том числе, вы знаете, открылась неделя Министерства здравоохранения, только что прошла транспортная неделя Министерства транспорта. И мне интересно было пообщаться с очень известными медиками, крупными фигурами в здравоохранении Российской Федерации, которые хотели бы посетить Магаданскую область, посмотреть, что это такое, потому что слышали многое хорошее, прежде всего, о природе.